Действующий региональный парламент на этой неделе озаботился алкогольным вопросом. Больше всего споров на очередной сессии вызвали два законопроекта – об ограничении продажи энергетических напитков и налоговых льгот для пивоваренной компании. Причем жаркие дискуссии возникли не только внутри стен областного парламента, но и за его пределами. Перед началом сессии у здания собрался небольшой пикет против предоставления налоговой льготы для крупной пивоваренной компании, которая переносит производство из Красноярска и Челябинска в Новосибирск, а значит, будет платить налоги в бюджет нашей области. Они заинтересованы, получается, в увеличении производства на своих территориях. А сегодня, насколько нам известно, Росалкогольрегулирование предлагает изменить порядок акцизных отчислений, то есть перевести отчисление акцизов не с производимой бутылки, а с продаваемой. За прошлый год этих самых акцизов пивовары заплатили на 2 миллиарда рублей. Однако пикетчики считают, что если пиво в регионе будут варить больше, то его станут и больше пить. Депутаты парируют, этого не произойдет. Рынок и так насыщен, новый завод будет работать в основном для других областей, а деньги оставлять в Новосибирске. Это дополнительно рабочие места. Кроме того, раз они развивают производство здесь, это расширяет производство. Это дополнительно рабочие места, это дополнительные мощности, это дополнительная заработная плата. Это НДФЛ дополнительно. И кроме того, налог на прибыль 1,5 миллиарда рублей. Все понятно. Приняли на сессии в первом чтении еще один закон о напитках – энергетических. Их продажу не запрещают, а ограничивают. Продавать энергетики нельзя будет в школах, культурных учреждениях, на стадионах и во время массовых праздников.